Самарская публичная библиотека стала еще и региональным центром Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина. Церемония торжественного обмена договором о создании центра прошла в день рождения великого российского поэта XIX века по старому, то есть юлианскому стилю. Значение этого исторического события трудно переоценить, отметили знатоки золотого века русской поэзии. Сегодня мы станем 24-м региональным центром, который популяризирует великий и могучий русский язык и, конечно же, творчество Пушкина. Это значит, что мы с вами увидим цифровые копии всего того, что есть во Всероссийском музее Пушкина. Региональный центр Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина появится в столице региона не случайно. Гений русского языка и литературы, поэт, драматург, историк Александр Сергеевич Пушкин бывал в городе на Волге. И совсем скоро любой желающий сможет изучать его рукописи в оцифрованном виде в музее. Очень интересный, яркий проект, который направлен прежде всего на укрепление интереса читателей к русской классической литературе, воспитание читающего, думающего патриота страны. Мы полистаем и виртуальный сенсорный стол, и покажем на экране интересные кадры. Естественно, это будут и книги, и портреты, фотографии. В Самарском региональном центре Всероссийского Пушкинского музея будут проходить выставки, семинары, лекции, конкурсы. Первое запланировано на 6 июня, день рождения поэта. Посетители увидят портреты пушкинского семейства, а также книги разных годов издания с его стихами и прозой. Выставка, которую мы назвали «Предки и потомки Пушкина в истории России». И мы будем рассказывать о выдающемся, о ярчайшем человеке своего времени. Мы будем говорить о древнейшем роде Пушкиных. И, конечно же, мы будем рассказывать и о детях Александра Сергеевича Пушкина, которые тоже внесли очень и очень значительный вклад и в сохранение памяти о своем великом отце. Помогут развиваться Самарскому центру Пушкинского музея коллеги из других регионов, например, из Ульяновска. Там центр открылся в 2015 году. Самым крупным итогом нашей деятельности стал большой фестиваль, городской фестиваль «Пушкин в городе У», который проходит в этом году уже в 8-й раз. Мы предложили однажды такую акцию в «Книжной миле», предложили вынести каждому жителю из дома книгу Пушкина, если она имеется в домашней библиотеке. И каково было наше удивление, когда получились километры книг. Это и есть доказательство, прямое доказательство любви и жизни с Пушкиным. По-прежнему русский человек рождается с этим именем. Организаторы уверены, с появлением регионального центра Всероссийского музея Александра Сергеевича Пушкина горожанам откроются малоизвестные страницы его биографии. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.